Ботву за ботвой специальный подкапыватель выдергивает чеснок из земли. На расстоянии 10 сантиметров в глубину механизм подрезает корень растения, и с помощью прижимных ремней его вытаскивают из почвы. После уже без ботвы головка попадает в специальный мягкий контейнер. Так на тульском предприятии убирают озимый чеснок. Высаженный в сентябре, он поспевает к середине июля. Сорт называется «Лидия». Московские селекционеры работали над ним порядка 25 лет. Этот хорошо устойчив к засухе, обильной влаге и болезням. Поэтому отлично подходит для выращивания в средней полосе. Основная сложность – это трудоемкость процесса, которая в нашем случае компенсируется механизацией. Используются специализированные комбайны, потому что вручную это можно собрать только в огороде, в приусадебном участке, в маленьких объемах. В промышленных объемах это только механизация. Человеческий фактор производит большое удорожание. Уходить от человеческого фактора в компании стали, чтобы конкурировать с импортными производителями из Ирана, Египта и Китая. Их продукция на российском рынке больше 95%, поэтому тульки хотят стать лидерами среди отечественных производителей. Наибольшим спросом пользуются именно семена. Заниматься этим производством фирма начала 7 лет назад с 1 гектара земли. С тех пор мощности хозяйства увеличились в 20 раз. При этом с 1 же гектара предприниматели имеют до 6 тонн чеснока. Его перерабатывают на специальной послеуборочной линии очистки. Она тоже автоматическая. Там от головок отбивается земля и верхние чешуйки, чтобы по ним не накапливалась влага и чеснок не гнил. После в течение 10 дней головки растений необходимо просушить. Качество продукта уже оценили в Тверской, Рязанской, Калужской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Томской, Оренбургской и Омской областях. Центр «Мой бизнес» оказал нам поддержку в раскрутке нашего сайта для того, чтобы повысить количество просмотров. Плюс был присвоен нам знак «Сделано в Тульской области», который поможет нам выйти на рынок нашего региона. Программа «Сделана в Тульской области», которая создана по инициативе губернатора, предполагает поддержку в размещении на ярмарках, рекламу, пробные площадки продаж, обучающие семинары и форумы, льготное кредитование. В частности, тульской компании по производству чеснока эта программа позволит предоставлять свои семена в торговых и садоводческих центрах. Дарья Антошечкина, Константин Гудовичев, Первый Тульский.